Так, сейчас мы отправляемся на Тарисита, и я вам полностью покажу видео дорогу на Тарисита из Пуэрто де ла Крус. Мы заводим машину. Включаю навигатор. Сан Андрес. Это как раз и есть Плая Тарисита. Пожалуйста, двигайтесь в направлении к обозначенному маршруту. Все. С паркингом тут есть проблема. Тут приезжаешь на паркинг и приходится искать место. Проезжаешь пару кругов. Ну, в общем, находишь это, кто хочет бесплатно. Вообще, за денежки можно парковаться в Меркадоне. Там есть